Когда Иосиф повествует о своей судьбе виночерпию и просит вступиться за него, вывести его из темницы, его слова звучат так. «Упомяни обо мне фараону и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев. А также и здесь ничего не сделала, чтобы бросить меня в темницу». Это Бытие 40 глава с 14 по 15 стих. «Ни слова обвинения или осуждения не произнес праведник. Я украден из земли евреев». Иосиф не упоминает о преступлении своих братьев, умалчивает он о коварстве жены Потифара, не говорит он ничего о своих заслугах, а только отрицает за собой какую-либо вину, ибо праведник призван быть ходатаем, защитником людей, а не их обвинителем. Аллилуйя! Аминь!